В двухэтажном доме 43 квартиры. В одной из них примерно в 20 минут 12 ночи и произошел взрыв. Мать и сын получили ожоги. Пожара не было. Как оказалось, детонировал не баллон, а газовая смесь. Запах, как утверждают жильцы, чувствовался за полчаса до происшествия. Ударная волна была такой силы, что выбила двери и окна. Некоторые смогли выбраться из квартир только после приезда спасателей. Значительных разрушений несущих конструкций здания нет. Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП. В городском управлении строительства готовят смету по замене балочных перекрытий и старой шиферной крыши.